Всем сырокам привет! И ко мне пришло очередное письмо. Вот оно письмо. Вот. Алены Козловой, вроде как. Простите, правильно представляю. Давайте мы такое. Брашек по коже, вставать не во сколько. Мы на днях или ночах. Да попозже по почте мы пепел и кофе. Я в метро по зеленой. Ты меня по-живому, ты в метро. Вот что там лежало. Очень прикольные бантики. Сейчас я их примерю. Вуся, что там творишь? Чу-чу! Посмотрите на эту каракашечку, она мне мешает снимать. Ня! Вот так вот выглядит бантик, очень прикольно. Давайте же теперь посмотрим на письмецо. Кстати, вот тут рисуночек, типа, ты в виде человека похожа, да, нет. Ну, что я могу сказать? У меня не, такого не такая желтая кожа, хоть кого-то волнует. У меня не такие длинные волосы. Вполне похожи. И я не такой дрищ. Ну, не прям такой, но... Ну, не дрищ. В общем-то, ну, Буся, что ты там творишь? Ня. Я отвечу так. Ну, в целом похоже, что я могу сказать. Так, а вот письмецо. Открой. Это что, котик? Буся, что ты там бегаешь, а? Ня. Итак, дорогая Полина, с канала Смайлик Чиз, я очень рада тебе... Я очень рада, что написала тебе письмо. Кстати, меня зовут Алена. Мне бы очень хотелось бы пообщаться с тобой. Вот с Апи. Она же правильно прочитала. Если да, то мой телефон. Я ее, это я закрашу, вы не будете видеть. Но если нет, то можешь ничего не делать, я пойму. И такой кавайный смайлик. Письмо небольшое, но я надеюсь, что тебе понравились подарки. Я стараюсь. Да, очень прикольно, мне бантики понравились. Это ты в виде Пэт. Ой. Я такая розовая, прикольненькая. И надпись Смайлик Чиз. Спасибо, Алена, тебе за письмо. Оно, конечно, маленькое, но очень милое. Ну что, ребят, всем пока-пока и до новых встреч.